Обсудить вопросы кредитования и участия в 5% ипотеке. В столицу региона с рабочим визитом прибыл исполняющий обязанности председателя Северного банка Сбербанк России Михаил Васятин и управляющий Архангельским отделением Сбербанк России Игорь Залукаев. На встрече с губернатором округа Игорем Кошиным стороны обсудили результаты сотрудничества и обсудили будущие совместные проекты. Первый вопрос в повестке рабочей встречи – рассмотрение заявки от Ненецкой агропромышленной компании. В планах аграрии взять кредит у Сбербанка в сумме 80 миллионов рублей для строительства двух новых зданий для содержания молодняка крупного рогатого скота на территории фермы в Тельвиске. То, что касательно Ненецкой агропромышленной компании, к сожалению, мы до конца еще не видели все документы по проекту. То есть нам нужно сделать экспертизу финансового проекта. После этого мы готовы уже сказать, сможем выйти или нет. Скорее всего, что да, потому что это окружная компания государственная, так вот, перед этим. Кроме того, руководство региона интересует возможность участия в программе 6,5. Ее реализует Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства через Сбербанк России и другие уполномоченные банки. А в рамках программы льготная стоимость кредитов обеспечивается за счет предоставления кредитов под поручительство корпорации под процентную ставку 6,5% годовых, что позволяет обеспечивать ставку для конечного заемщика в размере 11% для субъектов малого предпринимательства и 10% для субъектов среднего предпринимательства. Немаловажное условие для участия в программе 6,5 – доля государства в уставном капитале предприятия должна быть не более 25%. Ненецкая агропромышленная компания под эти условия не попадает, поскольку на 100% окружное предприятие. Но упускать возможности недорогого кредитования не стоит, отметили участники встречи. По поводу 6,5% участия, давайте составляем перечень наших предприятий, в том числе и где у нас там больше и более 25%. Вот, тем более сейчас мы делаем завод ЖБИ, мы не кредитуемся на самом-то деле. Вот, просто сегодня с утра мы там делали презентацию подрядчика. Вот, делаем завод ЖБИ, дальше мы делаем строительную организацию, которая будет заниматься у нас стройкой. И там у нас везде опосредованно собственность округа 100%. Может быть, имеет смысл туда смотреть. И вот эти проекты по созданию новых производств мы будем делать... Там, с привлечением тех же частных инвестиций, тогда мы входим в эти программы. Кроме того, участники встречи обсудили участие Сбербанка в программе 5% ипотеки. Этот вопрос уже неоднократно поднимался на различных встречах и площадках. По словам исполняющего обязанности председателя Северного банка ПАО «Сбербанк России» Михаила Васятина, пока Сбербанк России не готов принять участие в окружной программе кредитования. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».